Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Чем полон кошель? Один из топ-менеджеров Януковича взят при попытке побега в Польшу. Огненный след. Кому выгоден пожар в Соломенском суде Киева? Эти руки избирали. Зачем руководство Центра избиркома вызвали на ковер к детективам НАПУ? Обещанного 1,5 года ждут. Почему Минюст игнорирует требования Венецианской комиссии? В Николаеве местные активисты пикетируют здание обладминистрации. Молодые люди требуют отставки губернатора Вадима Мерикова и его команды. У здания они установили палатки и заявили, что готовы к бессрочной акции протеста. Что вывело людей на пикет и каковы их требования, расскажет Кирилл Ющишин. Он находится прямо там и одновременно с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуй. Расскажи обо всем, что тебе известно. Добрый вечер. Акция протеста у стен Николаевской облгосадминистрации началась сегодня примерно в 3 часа дня. Собрались несколько общественных организаций, в том числе и представители Одесской самообороны. Общественники говорят, что причина для их протеста сегодня – это отсутствие диалога между жителями области и властью. И в том числе коррупционные скандалы, которые всколыхнули Николаевскую область буквально за последние недели. Напомню, 2 недели назад в Николаеве задержали первого заместителя губернатора Николая Романчука на взятки в 90 тысяч долларов. Также в этом коррупционном скандале фигурируют еще 4 чиновника районного уровня и областного. А буквально в прошлую пятницу журналисты засняли смс-переписку депутата облсовета, который по телефону во время голосования, сразу же после голосования на сессии, отчитывался о позитивном результате известному в городе криминальному авторитету. Вот, по словам участников, все эти факторы вместе стали причиной для того, чтобы сегодня выйти под администрацию и требовать отставки. Мы считаем, что необходимо первое – это изменить руководство силовых структур, это изменить одиозных руководителей, которые подчиняются непосредственно губернатору. Это здравоохранение, это социальная защита, это образование. Мы встретились с губернатором, который сказал, что на сегодняшний день он бессилен что-либо сделать. Тут потребны люди из стороны, на яких у місцевих можновладців просто ніяких важливих впливу нема. Тут нема кому дзвонити, про щось домовлятись, просити там і, не знаю, обіцяти там що завгодно. Сегодня утром появилась информация о том, что в среду город Николаев планирует посетить президент Украины. Активисты не скрывают, что это тоже стало дополнительным стимулом, чтобы акцию протеста начать именно сегодня. Активисты хотят пообщаться с президентом, когда он будет здесь, в Николаеве, в эту среду. Под администрацией уже разбили несколько палаток, привезли электрогенератор, а также покрышки и бочки для костров, чтобы ночью греться. Акцию протеста объявили бессрочной. Студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин о протестах в Николаеве. За граница не поможет. При попытке выехать в Польшу сотрудники военной прокуратуры, СБУ и погранслужбы задержали топ-менеджера корпорации «МЛАДА» олигарха Сергея Курченко, близкого к семье Януковича. Андрей Кошель известен как бывший руководитель компании «Витек», через которую реализовывалась схема купли-продажи сжиженного газа. Где сейчас задержанный и что ему инкриминируют, расскажет Ирина Баглай. Представьте, пожалуйста, Кошель Андрей Петрович. Андрей Петрович, на основании статьи 208 УПК Украины я сообщаю вам, что вы задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 191 частью 5. Ехал за границу, оказался в наручниках. Андрей Кошель – экс-топ-менеджер печально известной компании «Витек». В ГПУ 2 года назад ее признали преступной группировкой. Кошеля, бывшего руководителя силовики, встретили вчера на пункте пропуска «Краковец». Задержанному инкриминируют создание преступной группировки, присвоение госимущества и использование служебного положения. Пока что в ГПУ подробности операции не комментируют. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе, какую избрать меру пресечения. Одновременно силовики провели обыск у Кошеля. Вот
Вот фото первой находки. Клинок с гравировкой Служба безопасности президента Российской Федерации. Ее на своей странице в Фейсбуке выложил главный военный прокурор Матиос. Он же предположил, просто так подобные подарки не делают. Кошель не только возглавлял компанию, но и являлся ее учредителем. Якобы внес 100 миллионов гривен в уставный фонд. Но эту компанию связывают с беглым олигархом и так называемым карманом Януковича Сергеем Курченко. Компания, которая работала при содействии тогдашней власти, то есть непосредственно как бы даже не президента, а сына президента Александра Януковича. Естественно, что все это было негласно. Естественно, что господин Курченко выступал в данном случае как контактер с высшими лицами в украинской власти, то есть с президентом, его сыном. Соответственно, как бы топ-менеджмент выступал в качестве учредителей, ну и основных рабочих лошадок. Большинство менеджеров корпорации Курченко подались в бега вслед за самим олигархом еще в 2014-м. Но за 4 года существования компания успела заработать на махинациях со сжиженным газом 5,5 миллиардов гривен. По незамысловатой схеме. ВИТЭК покупал у Укргаздобычи сжиженный газ по льготной цене, как для населения, а реализовывал по рыночной на АЗС. Купили в 5 раз дешевле и продали в 5 раз дороже. И весь объем газа, который необходим был населению, да, для обеспечения населения баллонным газом, он уходил на рынок через одну конкретно взятую структуру. То есть никаких, скажем, претензий со стороны правоохранительных органов, никаких претензий со стороны контролирующих органов при этом не возникало. По мнению эксперта, доказательства очевидны. Но вот увязать аферу с главным фигурантом схемы Сергеем Курченко будет непросто. А пока Андрей Кошель находится в статусе подозреваемого. Официальной информации о предъявлении ему обвинений еще нет. Ирина Баглаева, Владлен Ноль, подробности, телеканал Интер. Сахарного прокурора Александра Колесника сегодня отстранили от должности. Об этом сообщил его адвокат Сергей Полищук, ссылаясь на приказ ГПУ. Говорит, что узнал об этом во время слушания дела в апелляционном суде, когда рассматривали жалобу на арест Колесника. Суд ее, к слову, не удовлетворил. Задержанный все еще остается под стражей, поскольку денег на залог, по словам защиты, у него нет. Я напомню, что 20 мая Соломенский райсуд Киева арестовал так называемого сахарного прокурора на 2 месяца с возможностью залога в 5,5 миллионов гривен. Детективы НАБУ подозревают Колесника в злоупотреблении служебными полномочиями. Якобы он способствовал хищению из аграрного фонда 30 тысяч тонн сахара стоимостью в 300 миллионов гривен. Прокурор свою вину отрицает. Огненный метод. Сегодня ночью горел Соломенский суд Киева. Уничтожена канцелярия и часть материалов уголовных дел. Работа суда парализована. Что это? Трагическая случайность, халатность или попытка замести следы? Выясняла Екатерина Доброгорская. В результате пожара выгорел почти весь второй этаж. Возгорание произошло в 3:30 утра. Пострадавших нет. В это время в здании суда находился только охранник. Он и вызвал пожарных, МЧСовцев и полицию. О 3:25 охорона суду почув сторонні звуки на другому поверсі. Піднявся туди, це з його слів, піднявся туди. Вже було задимлення в районі кримінальної канцелярії. Відразу викликав поліцейських, надзвичайників, пожежну частину. В Соломенському суді розглядали одразу кілька резонансних діл. Серед них – діло Віти Завірухи, яку підозрюють в убійстві 2 міліціонерів в маї 2015 року. Напомню, буквально на днях суд продлив її арест. Кроме того, именно здесь рассматривают материалы, которые подало Национальное антикоррупционное бюро. В частности, дела экс-министра энергетики Ставицкого и бывшего нардепа Ефремова. Но в суде уверяют, документы НАБУ, как и другие важные дела, не пострадали. Кримінальні провадження частково пошкоджені, не всі. Це те, що знаходилося в роботі, ті справи кримінальні, які розглянуті і які вже виконувалися, по яких виконувалися вироки. В НАБУ же официальную информацию о состоянии своих материалов еще не получали. Но уверяют, пожар в любом случае не помешает расследованию. Хотя рассмотрение некоторых дел может быть отсрочено. На розгляді у Соломенському районному суді знаходилося близько 130 клопотань про проведення певних гласних чи негласних слідчих дій. Станом на сьогодні, на понеділок 13 червня, офіційної інформації щодо неможливості розгляду вже поданих клопотань, а також інформацію про долю матеріалів обвинувальних актів, які вже знаходяться у Соломенському суді, нам невідомо.
Часть судебных документов хранилась и на серверах. От огня они не пострадали, но пожарные залили их водой. Сейчас серверы пытаются восстановить. Солисты их забрали. Зараз дивляться, чи можливо відновити їх в тому стані, якому вони зараз знаходяться. Якщо це буде можливо, їх поставлять в приміщення на Шутово, і сьогодні суд запрацює. Причина пожара пока не установлена. В поліції розглядають і версію умисленного поджога. Якщо це підтвердиться, злоумисленникам світить від 3 до 15 років тюрми. Це умисне знищення або ж пошкодження майна. Зараз проводиться комплекс усіх необхідних слідчих дій, аби встановити причини загоряння. За попередніми висновками експертів, загоряння могло виникнути внаслідок короткого замикання в електромережі. Екатерина Доброгорська, Нікіта Ісайка, подробиці телеканал Інтер. На ковер к детективам в специализированной антикоррупционной прокуратуре сегодня допросили руководство Центризбиркома. Глава комиссии Михаил Хендовский, его замы Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная проходят как свидетели по делу о так называемой черной бухгалтерии партии регионов. Допрашивали их по очереди около 2 часов каждого. Все они так и остались в статусе свидетелей. Подозрения никому не выдвинули. Об этом заявил антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Но, возможно, их вызовут повторно. Сами члены ЦИК в таких приглашениях усматривают исключительно политические мотивы. Були запитання загального характеру, які пов'язані із виконанням службових посадових обов'язків. Безумовно, це контакти з народними депутатами України, іншими посадовими особами. Я до кінця не уявляю свою цінність як свідка, оскільки навіть якщо подібні факти мали місце, то принаймні зі мною їх ніхто не обговорював. Я не виключаю, що подібний виклик для дачі показань міг бути пов'язаний із змінами у складі Центральної виборчої комісії. Прошу не політизувати, не розказувати про якийсь там політичний підтекст приводу виборів на Донбасі. Є провадження, яке повинно розслідуватися. Жодного політичного підтексту прошу в цьому не робити і не перетворювати досудове розслідування на якийсь, знаєте, шоу. Всі будуть допитані і, я думаю, що будуть і підозри комусь вручені. Также Холодницкий рассказал о том, что всем свидетелям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Но согласилась только Усенко-Черная. Остальные заявили, что такому методу не доверяют. У главы ЦИК Хендовского взяли образцы почерка и подписи. Его фамилия, как и аббревиатура ЦИК, фигурирует в амбарной книге. Сам же Хендовский отказался это комментировать. Он заявил, что следствие разберется, но заверил журналистов, что никаких взяток от регионалов не брал. О том, кто войдет в новый состав ЦИК, депутаты пока так и не договорились, хотя уже в четверг за эти назначения могут проголосовать, как и за скандальный закон о люстрации, который критикуют и международные эксперты, и профильный комитет. С чем связана такая спешка и чем пригрозили в Народном фронте, выясняла Ольга Рыцарь. То ли вчерашний матч на депутатов так повлиял, но из руководителей фракции на согласительном совете сегодня только половина. И тем не менее заседание превратилось в балаган. Сначала поругались из-за люстрационного закона. Уже 15 месяцев в украинском парламенте лежит законопроект, который распространяет процедуру люстрации. Методом обычного саботажа комитет, который очолює Руслан Князевич, больше року не розглядав цей законопроект. Це просто провокація. Що тут відбувається? Вынести законопроект об очищении власти на голосование комитет не может. Документ все еще на рассмотрении Конституционного суда. Но фронтовики торопят и даже угрожают судьям отставкой. Мы обурені, тому що минулого тижня було засідання, закрите засідання Конституційного суду, де по інформації було розглядалося питання щодо внесення змін до процесу очищення влади. Ми будемо робити все, щоб в законний спосіб Верховна Рада проголосувала за законопроект. Я звернувся до голови Верховної Ради з тим, щоб невідкладно завтра розпочинати сприйняття за основу і в цілому цього закону. И если политические вопросы форсируют, то экономические тормозят. Тему тарифов и вовсе заговорили. Наши европейские коллеги, которые проводили мониторинг, одну из первых рекомендаций, которую они дали, знаете, яку? Робити не публічне засідання Погоджувальної ради. Думаю, що публічність для людей дуже потрібна. А якщо ви ще приховаєте і Погоджувальну раду, для того, щоб люди нічого взагалі не чули, так навіщо тоді взагалі Верховна Рада? Давайте її розпустимо. Повищенням тарифів вдвоє повинна зайнятися Временна і Слідчая комісія, вважають в Батьківщині. Постановлення партії о її створенні уже місяць ігнорує профільний комітет. Народний фронт і блок Петра Порошенка прямо це саботує. І тому ми будемо звертатися до суду на цьому тижні.
Ми готуємо подання до суду щодо незаконності підвищення тарифів на тепло, на гарячу воду, а також незаконність вдвічі підвищення ціни на газ для пільгових категорій населення. Порядок денний не відповідає те, що заплановане на наступний тиждень, не відповідає інтересам суспільства, тому що сьогодні людей більш за все турбують дві основні речі, окрім, звісно, завершення військового конфлікту, це економічні речі безробіття і це тарифна політика. Повинна бути чітка і зрозуміла державна програма підтримки робочих місць, податкова навантаження пільгових тим компаніям, які створюють робочі місця. Нет согласия и в вопросе кадровых рокировок в ЦИК. Предложенные кандидатуры представляют интересы всего трех фракций. Процедура голосования будет идти окремо по каждому кандидату. Если не будет политического узгодження, хочу наголосить, если не будет политического узгодження, звичайно, мы будем это питання переносить, бо найбільша небезпека, в яку ми можемо попасти, що ми звільнимо колишніх членів ЦВК, а нових не оберемо. Но у спікера на четверг большие планы. Он планирует и членов ЦИК назначить, и изменения в регламент Верховной Рады принять. И даже люстрацию внести в повестку дня, независимо от решения комитета. Ольга Рыцарь, Вадим Свиридонов. Подробности, телеканал Интер. В оппозиционном блоке заявление лидера фронтовиков о том, что Конституционный суд должен уйти в отставку, расценивают как шантаж и запугивание судей. Оппозиционеры обратились к президенту и международным организациям с просьбой дать оценку таким действиям нардепа Бурбака. Пытаясь, цитирую, сохранить в силе неконституционный закон о люстрации, Народный фронт осуществляет беспрецедентное давление на Конституционный суд. Конец цитаты. На прошлой неделе Венецианская комиссия должна была оценить, как украинский Минюст исправил закон об очищении власти. Но европейские юристы правок так и не дождались. Представители Министерства юстиции на заседание комиссии тоже не явились. А еще полтора года назад министр Павел Петренко и глава люстрационного департамента Татьяна Казаченко в ответ на критику президента комиссии Джани Букикио пообещали в течение месяца предоставить откорректированный вариант. Я напомню, что Букикио тогда заявил, что данная редакция закона нарушает права человека. We didn't receive any amendment until now. Мы до сих пор не получили никаких правок. Свои рекомендации к данному документу мы уже высказали, но результатов так и не получили. Я не знаю, в чем дело. Возможно, правки попросту не готовы. Так что же требовали изменить в Венецианской комиссии и каким нормам претензии? Европейские эксперты опасаются, что закон может стать орудием сведения счетов с политическими оппонентами. Поэтому считают, что люстрация должна касаться только тех чиновников, которые могут ущемлять права человека. В каждом конкретном случае вину следует доказывать индивидуальную, а не коллективную, то есть по принадлежности к какой-либо политической группе. Руководствоваться при люстрации необходимо нормой о презумпции невиновности, а право на обжалование и защиту обязательно должно предоставляться. Украинский закон о люстрации нарушает все четыре критерия. И к событиям в зоне АТО. Шахта Бутовка. Третий день под жесточайшим обстрелом боевиков. В ход идут гаубицы, танки, самоходки. Есть жертвы. Четверо погибших в ночь с субботы на воскресенье. Но о них молчат в официальных сводках. Почему, выяснял Руслан Смещук. Третьи сутки шахту Бутовку интенсивно обстреливает противник. О, миномет, вон, прямо, вот сюда, туда, по мосту. Днем боевики в основном используют минометы, реактивные гранаты и стрелковое оружие. А вот с наступлением темноты начинает работать тяжелое вооружение. Артиллерия вела дуже интенсивный огонь. Танковые пострелы были 3-5, и после этого зміна вогневой позиции. Сейчас мы находимся в нескольких сотнях метров от шахты Бутовка, но попасть на те позиции мы не можем. С раннего утра там идут активные боевые действия, у нас над головами, в прямом смысле слова, периодически свистят пули. Для того, чтобы добраться до позиции, нужно пересечь простреливаемый участок. Любая машина там – лакомая мишень. Снайпера обстреливали нас. Конкретно по машине было. Но самый жесткий обстрел Бутовки был в субботу на воскресенье. Чтобы запутать военных, боевики били по шахте одновременно с разных позиций. Шахту Бутовку обстреливали больше с 10 точек из разных. Застосовывались все калибры артиллерии, начиная от мин 82 мм, заканчивая 152-мм снарядами. Наглядова миссия вчера там отработала.
факты обстрела зафиксованы. Один из гаубичных снарядов попал в стену, за которой находились добровольцы из правого сектора. Четверо из них погибли. Об этом сообщили волонтеры. Впрочем, в официальных сводках такой информации нет. Було три поранених. Вони медики кваліфікували як легкої та середньої ваги. Їм всім надана медична допомога. З приводу цих загиблих добровольців ви можете чи ні? Я не знаю, у мене інформації такої немає. Нет пока информации о погибших и в Киеве. Як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування. Яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися в тому місті. За последние сутки есть погибшие среди мирных жителей. В Торецке во время обстрела боевиков погибла пожилая женщина. Она спала, когда в ее дом попали снаряды. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. На фоне обострения в зоне АТО в Днепр массово свозят раненых. Только за минувшие сутки 20 человек. Все из района Авдеевки и Красногоровки. Наша съемочная группа побывала сегодня в госпитале. Этот парень просит не показывать его лицо. Он боец добровольческого батальона. Из больницы сразу хочет вернуться на передовую. Врачи, впрочем, отпустят не скоро. У мужчины осколки в шее и голове. Шахта Бутовка, накрыли с артиллерии. Начался обстрел и длился полтора часа. 4 бойца правого сектора, 2 бойца ЗСУ, это 200-е. Этот боец тоже доброволец, в больницу доставлен тоже из Бутовки. Рассказывает, обстреливали настолько интенсивно, что уцелеть было сложно. Многих добровольцев под градом вражеской артиллерии с поля боя вывозил военный из 128-й бригады. Сколько жизней спас, сосчитать сложно. Прилетает 152-ка, пускаженный, фугасный. Як шмальнув, упала стінка. Почалися крики. Починають нас савушками добивати. Одна людина йому позвонила, бере беху, добровольно, як то кажуть, заїжджає і вивозить ранених. В обласну больницю за минувшие сутки доставили 12 бойцов. Троє тяжелых. За жизнь одного борются до сих пор. Сложное ранение. Провели пластики. Стараемся сохранить ногу. Тот металл, который мы достаем с тела, приводит не очень хорошим последствиям. В военном госпитале 8 раненых. Врачи не выходят из операционных и постоянно переливают кровь одному из бойцов. 2 голени у него поражены, у него геморрагический шок, то есть большая кровопотеря. Сергей тоже прибыл из района Бутовки, но ранение получил не возле шахты. Граната упала на опорном пункте, который он охранял. Говорит, такие приветы боевики шлют круглосуточно. Відстань від наших позицій до ворожих позицій зовсім мала. Там переліт любої гранати, навіть підствольної, досягає до постів. Медики говорят, большинство раненых им удается спасти благодаря коллегам из 66-го военного госпиталя, который находится на передовой. Именно там хирурги оказывают первую помощь. Наталья Грищенко, Евгений Кудинцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. И тем не менее находятся желающие заработать даже на этом. СБУ совместно с прокуратурой разоблачили столичных бизнесменов, которые по завышенным ценам продавали госучреждениям ортопедическую продукцию для раненых в зоне АТО военных. Коммерсанты ввозили в Украину комплектующие по поддельным документам и завышенной стоимости. Накрутка в половину цены. По этой схеме за прошлый год из бюджета утекло более 4 миллионов гривен. Во время обысков найдена документация о выводе заработанных средств за рубеж. Против предпринимателей уже открыто уголовное производство. Очередной украинский узник доставлен в Москву, и, как и в случае со всеми предыдущими, истинные цели этапирования неизвестны. Российские правозащитники заговорили о скором, возможном масштабном обмене. Так ли это, выяснял Данил Русаков. Из магаданской колонии этапом обратно в Москву через следственный изолятор Бутырка, а потом в психиатрический институт имени Сербского на экспертизу. Именно такой маршрут проделал Алексей Чирний. Фигурант так называемого дела крымских террористов был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В списках на возможный ближайший обмен, судя по информации в СМИ, не значился. Местные правозащитники Алексея не посещали. Добиться встречи с ним в тюремном отделении института имени Сербского намного сложнее, чем аудиенции в СИЗО. Зачем потребовалось проводить повторное освидетельствование, тоже не сообщается.
меняется. Визит к психиатру – обязательная составляющая многих дел еще на предварительном следствии, но оно давно закончилось. Приговор вступил в законную силу. Здесь же, в Москве, без объяснения причин, уже почти месяц находится и еще один фигурант так называемого дела крымских террористов – Геннадий Афанасьев. Сейчас он в изоляторе ФСБ Лефортово, почему там оказался, тоже не сообщается. Ранее он проделал тот же самый маршрут, то есть из колонии в столичное СИЗО. В деле Алексея Чирния это уже третья психиатрическая экспертиза. Правозащитники намекают, мол, если его признают невменяемым, тюремное заключение автоматически аннулируют. А это означает, что Алексея могут вскоре передать Киеву. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине и Грузии. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Вопрос обсудят в среду во время заседания комитета Украина-НАТО. Кроме этого, Столтенберг выразил обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе и сообщил, что Альянс планирует укрепить восточный фланг и разместить 4 своих батальона в странах Балтии и Польши. Терроризм или ненависть? ФБР выясняет мотивы кровавой бойни в гей-клубе города Орландо в штате Флорида. Жертвами трагедии стали 50 человек. Что заставило молодого мужчину выйти на это жуткое сафари? Все подробности знает наш сапкор в США Тихон Зитко. Трагедия в Орландо – крупнейший теракт в США с момента нападения на башни-близнецы в 2001 году. Обстоятельства страшной ночи в популярном гей-клубе «Пульс» уже восстановили с точностью до минуты. Около 2 часов ночи, когда в клубе было больше 300 человек, к нему подъехал микроавтобус, из которого вышел мужчина, вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетом. Он открыл огонь сначала на улице, а затем внутри. По сути, на следующие 3 часа посетителя он взял в заложники. К клубу подъехала полиция, и в результате перестрелки нападавшего убили, но, находясь в клубе, он методично отстреливал посетителей, нашел даже тех, кто спрятался в туалете. Мать одного из убитых зачитывает свою переписку с сыном, тот просил ее позвонить в полицию, писал, что спрятался в женском туалете. «Он идет сюда, я умру», было одним из последних сообщений, отправленных юношей матери. Что известно о нападавшем? Амару Матину было 29, его семья из Афганистана, сам он родился уже в США, работал в охранной компании. По словам его отца, за пару месяцев до трагедии Матина привели в бешенство целующиеся мужчины на улице в Майами. Это якобы послужило мотивом, и религия тут ни при чем. ФБР же проверяет информацию о связях Матина с радикальным исламом. По некоторым данным, уже находясь в клубе, он позвонил 911 и заявил о своей верности лидеру исламского государства Аль-Багдади. Кроме того, известно, что в предыдущие годы ФБР дважды допрашивало Матина за его высказывания. Оба раза дела были закрыты, но это не помешало мужчине купить оружие. Президент Обама в связи с трагедией выступил с обращением к нации. Это нападение на каждого из нас. Ценности равенства и достоинства определяют нас как страну. И никакой акт ненависти или террора никогда нас не изменит. На теракт отреагировали и кандидаты в президенты Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Трамп в Твиттере обвинил власти страны в слабости и повторил свой призыв запретить мусульманам въезжать в США. В свою очередь Клинтон написала: «Мы не можем объявлять войну целой религии. Ненависть не ответ на ненависть». О жертвах теракта в Орландо скорбят в разных городах США и по всему миру. Так цветами радуги подсветили здание мэрии в Тель-Авиве в поддержку ЛГБТ-движения. Также вечером будет подсвечена Эйфелева башня в Париже. По всему миру люди несут цветы к посольствам США, в том числе в Москве и Киеве. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Футбольные баталии Евро-2016. Один погибший, еще один человек в коме, 35 раненых. Сборные России и Англии могут дисквалифицировать. Во Франции идут суды над болельщиками. Об околофутбольных страстях наш спецкор Светлана Чернецкая. Опасались терактов ИГИЛ, а не смогли справиться с футбольными хулиганами. Французская полиция оказалась не готовой к агрессии болельщиков. Правоохранителям удалось задержать 20 человек за участие в предматчевых драках. Это граждане Британии, Франции и Австрии. Половина из них уже сегодня предстали пред судом. Россиян в списке задержанных нет. Французская прокуратура посчитала, в беспорядках участвовали около 150 российских фанатов. Но поймать их оказалось непосильной задачей. Они молниеносно атаковали оппонентов и сразу же бесследно исчезали. Полиция Марселя сейчас продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения.
Там было около 150 российских болельщиков, для которых привычно такое поведение. Они тренируются для этого. То есть люди готовы к ультрабыстрым и ультражестким действиям. Двое россиян все же оказались за решеткой, но не из-за потасовок. Они проникли на футбольное поле во время матча. Задержанных обязали немедленно покинуть территорию Франции и, скорее всего, им запретят въезд в страны Шенгенской зоны на какое-то время. Массовые драки между российскими и британскими футбольными болельщиками произошли накануне матча между их командами. Пятеро британцев сейчас в больницах в критическом состоянии. Один из них, 50-летний мужчина, при смерти. Беспорядки продолжились и после финального свистка на стадионе. Российские фанаты прорвались на трибуны соперников, при этом срывали английские флаги, за что УЕФА открыл дисциплинарное дело против Российского футбольного союза. И России, и Англии грозит дисквалификация, если столкновения будут продолжаться. Вести себя прилично фанатов призвали главный тренер и капитан британской сборной. Мы проделали огромную работу, чтобы попасть сюда, и нам очень хочется здесь остаться. Поэтому обращаемся ко всем английским болельщикам. Мы ценим вашу поддержку на матчах, но призываем проявлять сдержанность и не ввязываться в конфликты. Я прошу болельщиков, если у вас нет билета на игру, не приезжайте. А всех, у кого есть билеты, будьте благоразумны и продолжайте поддерживать игроков. Неадекватность болельщиков многие связывают с алкоголем. Во Франции идут серьезные дебаты о запрете продажи спиртного во время Евро. А в Лионе, где сегодня сойдутся Бельгия и Италия, уже решили, не будут продавать крепкие напитки фанатам в дни матчей. Именно алкоголь стал причиной смерти 24-летнего болельщика из Северной Ирландии. После матча своей сборной в 2 часа утра он упал с набережной Ниццы на скалистый пляж. Полиция подчеркивает, эта смерть не связана со столкновениями. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите «Подробности» и вот что у нас во второй части. Янтарный фантом. Что хранится на конфискатных складах? Ценные камни или муляжи? Злоключения итальянцев в Украине. Похищенные в Вероне полотна вернутся на родину. Находка века. Раритетные полотна Рубенса, Тинторетто, Беллини, Монтенья вернут музею в Вероне. Как украденные шедевры эпохи Возрождения оказались в Украине и кто положил глаз на эти сокровища в Италии, знает Елена Митясова. Эта детективная история с похищением раритетных картин из музея Вероны тянет на экранизацию. Полотна похищали итальянцы, охранники музея. Их пособниками были молдаване. Но заказчику, имя которого так и осталось неизвестным, ценнейшие картины не достались. План сорвали украинские пограничники. Шедевры нашли в нескольких метрах от нашей границы. Стоимость коллекции свыше 16 миллионов евро. Как установило итальянское следство, выкрадение картин відбувалося за участью великой группы громадянин Молдови и декількох італійців. Вони всі встановлені, більша частина з них затримана. Україна використовувалася саме як транзитна країна для переміщення картин, швидше всього, якусь приватну, непрозору колекцію, де й був замовник. І от вони, 17 полотен великих італійських художників епохи Возрождения. Сьогодні їх виставили на всеобщее обозрение в столичному музеї імені Ханенка. Всі експонати подлинні, таково заключення експертів. І головне, говорять сотрудники музея, картини цілі і невредимі. Все они были вырезаны из подрамников по гвоздь. То есть это очень хрупкий, очень нежный холст, который остался без своей опоры. Картины показаны необычным образом. Мы их нарочно показываем на мольбертах, потому что вертикально вешать на стены мы не можем их. Сокровищами Италии называют полотна искусствоведы. Здесь и Мадонна с перепелкой Пизанелла, и 4 картины Тинторетто, и святое семейство знаменитого Андреа Монтеньи. Насправді це дивовижні картини, які мають велику силу. Не треба бути мистецтвознавством, щоб відчути ту магію, яка йде від Мадонни, яка годує немовля Ісуса Христа, або портрет з перепелицею, або ранній Рубенс, де з гвоздикою наречена у волосі. Открывает выставку президент Порошенко. Среди гостей мэр Вероны Флавио Този. Он лично приехал поблагодарить украинцев. Обещает, до конца 2016-го во все музеи Вероны вход для украинцев бесплатный. А президенту особая честь. Петр Порошенко отныне почетный гражданин Вероны. Это не первая подобная выставка музея Ханенки. Бо еще в 2009 году в музее Ханенки экспонувалися дивные артефакты часов Киевской Руси,
які були контрабандно вивезені до Италии. Мы счастливы, что картины нашлись. Это большая удача и редкость. До 22 июня увидеть шедевры итальянских мастеров музей Ханенко бесплатно сможет каждый желающий. А уже 24 июня экспонаты вернут в музей Кастельвекио, откуда, собственно, они были украдены. Там их ждет реставрация. Елена Митясова, Павел Лысенко. Подробности, телеканал Интер. Транспортный коллапс. Люди сутками ждут возможности заехать в Польшу. С чем связана такая задержка, выясняли наши корреспонденты. Пункт пропуска у Грынов. Очередь растянулась почти на километр. Чтобы попасть за границу, люди выстаивают по полдня. Машины выстроились вдоль трассы. Водители и пассажиры ждут, пока смогут пересечь пункт пропуска и, наконец-то, попасть в Польшу. Время убивают, как кто может. То парти сотня уже пришла. То уже. Мы уже и карты тут... Как и большинство пунктов пропуска, этот расположен буквально посреди поля. Солнце палит, а укрыться негде, жалуются люди. В машине не высидишь, невыносимо жарко. Купить воды или выпить кофе негде. Но главное — отсутствие туалетов. Подивите, какая кулейка, туалета нема. Идем або за кладовище, або туда вон кущи, або туда вон ты гайки. Украинские пограничники говорят, очереди не их вина. Мол, работают в обычном режиме, за час оформляют 15 машин, а вот поляки тормозят процесс. В Польщі мають відбутися світові дні молоді. Це на кінець червня, на початок липня попередньо так має бути. Ну і приїзд Папи Римського. Тому в зв'язку з цим наші польські колеги проводять більш поглиблений ретельний огляд транспортних засобів. Пограничники Польщі уверяють, що теж ні при чому. Говорять, все із-за таможенників. Якщо ході о колегі, то мусі пані звернутися до служби цінної в цій справі. Мы пытались получить комментарии польских таможенников, но в течение дня нам дозвониться так и не удалось. На телефонные звонки никто не отвечает. Единственные, кто быстро и без проблем проходит пограничный контроль – футбольные фанаты. Счастливых обладателей билетов на Евро-2016 оформляют не очереди. Впрочем, таких везунчиков не так много. За последние дни не больше 50. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область. Жалобы предпринимателей на неправомерные действия государственной фискальной службы будут рассмотрены публично. Такое обещание дал премьер Владимир Гройсман на столичном бизнес-форуме. Кроме этого, глава правительства пообещал западным инвесторам бороться с безответственными сотрудниками ГФС, реформировать таможню и сделать прозрачную систему возмещения НДС. Наше задание полягает в том, чтобы створить разумные регуляции, унеможливити будь-які зловживання з боку контролюючих органів, створити систему настільки сталою, щоб ви могли абсолютно вільно прогнозувати свої інвестиції в українську економіку. И продолжение истории с пропажей 700 килограммов янтаря из хранилища в Рівненской области. Сегодня камень показали сотрудникам СБУ, которые заподозрили кражу. Но вопросы у силовиков остались. Почему и какие, расскажет Инна Белецкая. Центр Рівного – хранилище общества с ограниченной ответственностью «Энерготехпостач» в бывшем помещении банка. О том, что здесь находятся тонны янтаря, стало известно на прошлой неделе. Сюда камень на оценку и хранение, как вещественные доказательства в уголовных производствах, сдают правоохранители западных областей. Сотрудники СБУ решили проверить сохранность солнечного камня. Их не пустили, сославшись на то, что на месте нет директора. Он в отпуске. Силовики опечатали дверь в хранилище. Ночью приехали, давай вон, открывай склад, мы все будем проверять. А не откроешь склад, мы тебя грохнем. Основатели предприятия пошли в прокуратуру, пожаловались на незаконные действия СБУ. Сегодня, вернувшись из отпуска, директор лично ведет силовиков в хранилище и интересуется, зачем тебе опечатали склад. Чем это предназначено? Нам было зафиксировано в акте попередней проверки, что охранная сигнализация была снята заведующим. И тому мы не хотели, чтобы без вашей участи ни мы, ни как сторона покладодавець, ни вы, как сторона, яка зберігає вказані речові докази, не мали доступу. Через два часа журналістам показывают несколько пакетов. Перед вами ми переважили деякі упакування, на яких знаходяться бірки фірми «Енерготехпостач». Вони там знаходяться подвійно з нашими бірками. Зі слів представника фірми це означає, що вони скривалися і потім упаковувалися наново. 700 кілограм, мабуть, все-таки на місці оказалось, так? Я розумію. Все-таки. От. Питань ніяких до нас немає, вага вся зійшлась. Те, що наші бірки
самі розумієте, склад, транспортування, ну, десь, можливо, і пошкодився якийсь пакет. Силовики убедились, 700 кілограмів янтаря на місці. Но точку на этом ставить не собираются. Пока сошелся только вес. Завтра будут выяснять, не подменили ли камень в предъявленных сегодня пакетах. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривне. Мусорная блокада и глобальная провокация против Львова, которую затеяли, цитирую, негодяи. Так мэр города Андрей Садовой оценивает ситуацию с вывозом бытовых отходов из города. В своем заявлении на сайте горсовета он жалуется, что на просьбу выделить территорию для постройки полигона и мусороперерабатывающего завода он получил уже 18 отказов. Уверяет, что вопрос должно согласовать руководство области с местными чиновниками и при этом заручиться согласием жителей. Но вот активисты усматривают в жалобах Садового попытку снять с себя ответственность за мусорный коллапс. Якщо ділянка знаходиться за межею населеного пункту, десь на якійсь певній території сільської ради, рішення буде приймати обласна адміністрація за погодженням відповідно сільської ради. Якщо там в межах, ну, не думаю, що це буде ділянка в межах міста. Андрій Іванович все це подає, як ніби, знаєте, тихий заколот проти Андрія Івановича. Тому відмовляються місцеві громади. Це просто перекладання вини. Ну, працюйте краще. Поселок Новотроицкое под Волновахой, который день обстреливают боевики. Наши бойцы на передовой наблюдают вражеских минометчиков, но не могут подавить их активность. Почему, выяснял Александр Пантелеймонов. Сильно пересеченная местность и дороги очень сильно разъезжены военной техникой. До позиции под Новотроицким приходится добираться на броне. Нужно очень крепко держаться, чтобы не упасть. 2 километра до позиции их. Спостерегаем, бывает какие-то взрывы, то наблюдаем. С высот под Новотроицким очень хорошо видно противника в Докучаевске. Тот, кто владеет ключевыми точками, практически полностью контролирует ситуацию. Наши военные надежно удерживают основные позиции. Оккупированный Докучаевск в полукольце. Боевики же ведут обстрелы прямо из поселка, говорят военные. Стреляют за, ну, из Докучаевска оттуда. То есть нам мало что видно, потому что там гражданское население, то есть мы такие можем бачить и наблюдать, как на нас обстреливают. Они прямо из жилого сектора стреляют? Да. Военные рассказывают, недавно у боевиков прошла ротация. На позициях с той стороны неопытный противник. Впрочем, от этого не намного легче. Стреляют каждую ночь хаотично. Воно видно, что эти малообученные стреляют, куда попало. Беспредел якось так. Коли захотіли, стріляють. Страдают от таких провокаций мирные жители. Зачастую боевики перебрасывают мины через наши позиции, даже в соседнее Новотроицкое. Они падают на улицы и в огороды. Подавить такой вражеский огонь невозможно. Подвергать риску мирных жителей Докучаевска наши военные не станут. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Кендратенко. Подробности, телеканал Интер. Нидерланды могут не подписать соглашение об ассоциации Украина-ЕС, если по этому вопросу не договорятся политические партии страны и его не утвердят на уровне Европейского Союза. Я напомню, на референдуме в апреле большинство голландцев выступили против ратификации соглашения. Марк Рютте назвал результаты волеизъявления с одной стороны катастрофическими, с другой никак не влияющими на процесс. Неделю назад правительство заявило, что хочет изменить некоторые положения соглашения об ассоциации. Не исключено, что речь пойдет о сотрудничестве между Украиной и ЕС в оборонной сфере. Но прежде этот вопрос голландское правительство хочет обсудить на саммите ЕС в конце июня. Переговоры о безвизовом режиме с Турцией и миграционные договоренности. Все это требует приостановить немецкие политики от канцлера Ангелы Меркель. Почему? Расскажет Татьяна Лагунова. Всех депутатов Бундестага с турецкими корнями, которые проголосовали за признание массового убийства армян в Османской империи геноцидом, круглосуточно охраняет полиция. После того, как президент Эрдоган объявил парламентариев предателями нации и усомнился в их турецком происхождении, этих людей запугивают через социальные сети. Некоторые пользователи, например, даже предлагают щедрое вознаграждение за расправу над политиками и их семьями. К защите депутатов подключились и дипломаты, министерства иностранных дел Германии выясняет, что произойдет, если политики попытаются поехать в Турцию. Мы исходим из того, по крайней мере, об этом сообщают СМИ, что в Турции выдвинуты обвинения против немецких депутатов турецкого происхождения. Как поведут себя местные компетентные органы, откроют ли уголовные дела и когда это может произойти, мы не знаем. Немецкий Бундестаг требует от Ангелы Меркель адекватного ответа, иными словами, санкции в отношении Анкары. Предложение несколько запретить турецкому президенту
президенту Эрдогану въезд в Германию, прекратить переговоры о безвизовом режиме для граждан Турции и отказаться от миграционной сделки с Анкарой. Мы, как Германия и как Европа, должны сделать так, чтобы президент Эрдоган перестал нас шантажировать, то есть немедленно отменить это миграционное соглашение. И необходимо четкое заявление канцлера. Пора прекращать это красноречивое молчание. Услышать канцлера хотят не только народные избранники, но и избиратели. Согласно опросам, большинство немцев считают, в скандале с Турцией Ангела Меркель должна быть пожестче и поддерживают санкции против Анкары. А когда выборы не за горами, игнорировать настроение избирателей недальновидно. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. В самой Турции сегодня снова прогремел взрыв. 9 человек получили ранения. Заминированный автомобиль подорвали возле здания суда в провинции Нунджили на востоке страны. Среди раненых один полицейский. Состояние троих пострадавших крайне тяжелое. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Неделю назад в центре Стамбула в результате взрыва погибли 11 человек и около 40 получили ранения. Тогда президент страны Эрдоган обвинил в организации теракта курдских сепаратистов. Контейнер с ураном в 15 километрах от Таллина. Железный цилиндр с радиоактивным веществом нашли с помощью металлоискателя, когда прочесывали лес в поисках не разорвавшихся снарядов времен Второй мировой. Каким образом ядерное топливо оказалось вблизи эстонской столицы, пока не ясно. На контейнере нет внешних повреждений, нет ржавчины, а значит, в лесу он недавно. Находку уже отправили на экспертизу. Город с молотка. На что готовы пойти чиновники, чтобы избавиться от долгов? Об этом и не только в нашем обзоре. Продается город в Италии недорого. Объявление такого содержания опубликовал в Фейсбуке Франческо Гарофало, мэр городка Сан-Сосио Барония. Из-за извечной нехватки бюджетных средств градоначальник ищет серьезного инвестора из Китая, который мог бы купить населенный пункт в провинции Авелино. Цену городка мэр не указал, но, уверяет бизнесменов, он обойдется дешевле, чем футбольные клубы «Милан» или «Интер». Крупная сделка в мире IT-бизнеса. Корпорация Microsoft приобрела соцсеть для деловых контактов LinkedIn за фантастическую сумму – 26 миллиардов долларов. За каждую акцию заплатили по 190 зеленых. Масштаб сделки такой, что закрыта она будет только к концу года. Соцсеть LinkedIn появился в 2003-м. Сейчас она насчитывает около 100 миллионов пользователей. Студенты Кембриджа с размахом отпраздновали окончание учебного года, провели гонки на самодельных лодках. Во время праздника не обошлось без употребления алкоголя, и детское развлечение превратилось чуть ли не в оргию. Многие оказались в лодках полуголые, сигали в воду и вели себя развязно. Это шокировало родителей и преподавателей. Они не подозревали, что студенты так умеют веселиться. Девушке в Англии повезло увернуться от удара 20-тонного грузовика. Водитель не заметил пешехода, когда поворачивал. И хотя скорость была невысокая, массивный кузов мог нанести серьезные травмы. В последний момент прохожая немного наклонилась, и угроза миновала. Все случайно заснял и опубликовал в соцсети бизнесмен Энтони Хэмилтон Кларк. Это видео перепостили 600 раз. Спасатель из штата Северная Каролина доказал, что не зря ест свой хлеб. В переполненном бассейне заметил 3-летнего тонущего ребенка. Малыша накрыло волной, и он ушел под воду. Мужчина без промедлений бросился на помощь, вытащил девочку и спустя несколько минут нашел ее родителей. Они и не знали, что кроха в бассейне. Чайка украла айфон на пляже и случайно засняла свое злодеяние. Британка Хлоя Рейни ненадолго оставила смартфон на пляже включенным. Птица подбежала, схватила гаджет в клюв и даже попыталась взлететь с ним. Девушка погналась за воровкой, и только после этого птица выбросила находку. Наш сайт подробности UA и информация там обновляется постоянно. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.